Друзья, показываю некоторые цены на продукты. Ну, в принципе, не очень дорого. Ну, как вы уже знаете, я всегда покупаю. Я не могу сказать, они уцененные, они спелые. То есть там выбрать можно лежалые, а здесь нужно весь пакетик брать. То есть вот она берется, помидорка. Вот эта помидорка уже может завтра начать портиться. Но сегодня в этом ведерочке очень все хорошее, но спелое, не для хранения. Вот. И ты не можешь взять из этого ведерочка три штуки. Ты должна взять все ведерочко вот так. Вот так. И мне это нравится. Вот. $3. $3. Ну, я бы сказала, это те же цены, потому что $2 было, и $3 было, и $3.50 было. Всегда праздную. Смотрите, бананы. Бананы, естественно, я беру 59 центов. Это очень дешево. То есть уже годами я не помню таких цен на бананы. Ой, что растеряла я. Естественно, я это беру. Хоть мы не очень большие любители бананов. Так, тут что, с этой стороны? С этой стороны персики, груши, черносливы. Не черная слива, а вот такая вот, как она, красная, наверное, называется. 2 рубля. Вот эти сливы, красные сливы. Очень хорошего качества, очень огромные. $2.50. И вот эти вот подороже. 3.50. То есть. И яблоки. Pink Lady, кстати, их нет здесь. Их все разобрали. Pink Lady. $2. Ну, я возьму вот эти вот, я возьму яблоки зеленые. Это не Pink Lady, это Granny Smith. Так, возьму груша. Груши по $2. Сливы. И персики. Вот эти один. Это фрукты. А, и эти. Апельсины. Как всегда, сеточку апельсинов. Вот. Дальше яйца мне нужны. Как видите, помидоры. Хорошие помидоры. $7. Понимаете, как? Разница, понимаете? Так, с овощами я пока торможу, потому что у нас есть овощи в морозильнике. Надо их доедать. Так, дыньку, соку. То есть что-то не внушает мне доверия ничего здесь особо. Яйца. Яйца я вот такие беру все время. Яйца 4. $5. И это дорого. Ну, я все равно возьму, а что делать? Есть-то все равно надо. Дальше что? Ну все. А, ну сейчас еще посмотрю, там в том отделе сырочки. Чай у нас есть. Вот это всегда были дороги.
эти вот вещи, смотрите, 15, 16 долларов. Вот фасоль в стручке, 16 долларов. И вот это, ну они всегда были дорогие, эти стручки. Вот это вот вообще 16 долларов, да, 15,99. Можно еще грибочка взять, вот у меня грибочки закончились. Огурцы я брать не буду, друзья. Тут виноград, сносная цена. 2,50. Очень даже недорого. Взять, что ли, виноградик? Возьми. Возьму грибы. Так, возьму вот такой вот лебед. Даже два возьму лебеда. Это как кекс. Вот. Очень мне понравился Orange and Coffee Seeds. Так, может еще пирожка какой-то взять на сегодня? Или смесь? Я что-то не посмотрела. Есть у меня смесь хлебная? Хлеб тут, конечно, не очень. Хотя вот это можно взять. Хлеб дорогой, друзья. Смотрите, 5 долларов вот этот. Ну ладно, возьму. Так, тут что почем? Молоко 2,50, не подорожало совсем. Возьму. Кефир буду делать. Так, йогурт. 6 долларов, 5,99. Айран возьму вот. Так, козий сыр у меня еще есть. Этот сыр у меня еще есть. Что вот это за сыр? Гратер пармезан. Нет, такого мне не надо. Счастье. Наверное, возьму вот этот сырочек. И вот этот голубой возьму. Хватит пока.
Так, ну что, ну все, пока, наверное.